очень коротко. У меня он меньше 3-4 минуты, как говорит Фанцов, 30 секунд. Если у нас принимается нормативный акт, который ухудшает положение населения, что с ним должно было происходить? Этот акт должен отменяться. В настоящее время я вижу, что принятие вот этого закона, нормативной базы по вывозу мусора, ухудшило состояние населения. Поэтому я предлагаю со стороны городской думы, простите, я вхожу в правящую партию, в состав правящей партии «Единая Россия», я считаю, что все депутаты меня поддержат, но, к сожалению, готов признать, что я ошибся в прошлом году, поддержав идею создания регионального оператора. На мой взгляд, эта система, которая принята сегодня, ухудшила положение наших горожан в части вывоза мусора. Если мы сейчас это выскажем, нам молчать об этом нельзя. Я думаю, что это население нас поддержит. Это мое выбор. Если мы будем продолжать пытаться натянуть сову на глобус, это так называют, то мы ничего хорошего от этого не получим. Мы создали очередную прокладку, существующую за деньги населения. Если бы увеличив платежи для населения в части вывоза мусора. Давайте вернем, тогда в таком случае обратимся. У нас есть право законодательной инициативы, Саратовскую областную думу, которая имеет право обратиться в Государственную думу Российской Федерации с просьбой изменения данной ситуации, возвращения к той, которая у нас была. Потому что у нас не было такого бардака, как сейчас. Я не хочу разбираться в причинах. Мне не понравилось две вещи. Первое, это по Райкину. Пуговицы претензий нету, а пиджак не сидит. Карман есть? Есть. Вот мы карман шьем. Дальше, рукав этот есть? Есть. Вот у нас по нормативу он такой длинный, а за воротник мы не отвечаем. Это не мы. Мне это не нравится. Вопрос очень простой и такой. Почему, говорю, не было такого бардака? Первомайского, вот он сейчас. Значит, провели субботники. Спасибо огромное Волжской администрации, которая все дело организовала. Провели занавку в субботники. Приготовили, собрали мусор, мешки, купили мешки, привезли, собрали. Не вывезли до сих пор. До сих пор не вывезли, там не верят. Там... Правительство, вот, ни разу не собирались. Да. Они просто убирали, подметали, и все это вывозилось. Но сегодня баши, вот, извиняюсь, кого вы наняли, да, они из мусорных баков, да, картонный картон, который там из-под телевизоров вытаскивают, рядом выбрасывают, я говорю, вы чего выбрасывают? Не положено. Это что такое? Это я вообще не понимаю. И вообще, у меня предложение, да, надо объявлять конкурс, да, и выводить других, кто будет вывозить мусор. А за такой тариф, Михаил Александрович, у нас вот мусор, да, и независимые компании придут, будут вывозить, вылизывать, да, и вот этих вот вопросов, да, не будет. А мы уже год сидим, год. Поэтому давайте конкретное решение принимать, хватит совещание проводить. Вводить новые аукционы, вводить новых людей, которые будут убирать город как положено. И не ссылаться на постановление правительства и на все остальное. Если мы сейчас начнем ссылаться, то извините меня, вообще работы не будет. Коллеги, у меня...